Александр Осипов, игрок футбольного клуба «Балтика». Саш, ну, пару слов по игре. Что не получилось? Почему все-таки не удалось додавить «Металлург»? Казалось, что преимущество было за «Балтикой». Да, все так. Преимущество было за нами. Во второй половине второго тайма соперник уже просто плотно вжался в штрафную. Нам нужно было реализовать свои возможности. Мне кажется, нам надо быть чуть наглее, чуть смелее в этих ситуациях, как в индивидуальном, так и в командном плане. Не стесняться больше брать на себя. Но просто сегодня не повезло. Не реализовали моменты. И, я не знаю. Сложилось ощущение, что практически все удары были во вратаря. Может быть, с поля видели по-другому? Ну, да, многие удары пришлись прямо в руки вратарю, но также были опасные моменты, когда мы не смогли попасть в створ. Также на последнем угловом не закрывали дальнюю штангу, хотя уже могли пустые ворота мяч заносить. Поэтому нужно быть чуть хладнокровнее, чуть увереннее, и все. Как вы считаете, сохраняет ли «Балтика» шансы на то, чтобы побороться за переходные матчи в этом году? Да, сохраняет. Спасибо.